Добро пожаловать в клуб любителей хороших фильмов Like Film. Для быстрой навигации по списку фильмов используйте тайм-коды в описании. Половое воспитание. Отис – стеснительный и необщительный подросток-девственник, который живет со своей мамой, секс-терапевтом. Объединившись с одноклассницей Мэйв, Отис проводит сеансы терапии для своих сверстников, чтобы помочь им разобраться с неловкими и запутанными ситуациями. Гости из прошлого. Три сестренки Эйнсворт, Ребекка, Софи и Хейзл трагически погибли 150 лет назад. Совет привидений разрешает девчонкам, так рано ушедшим в мир иной, прожить вторую жизнь. Они становятся живыми привидениями и возвращаются в родовую усадьбу. Но теперь их дом занимает элитная школа для одаренных детей. Плохие. Сериал. 2009 года. Келли, Нейтан, Кертис, Алиша и Саймон выполняют общественные работы за совершение мелких преступлений. Они не друзья. Более того, у них нет ничего общего. В группе постоянно происходят конфликты, споры и драки. Но в удивительный день, во время сильного шторма, сильная молния делает из них супергероев и наделяет их сверхвозможностями. Они понятия не имеют, что делать с этими сверхвозможностями. Более того, никто из них не рад своей новой силе, потому что она раскрывает их самые глубокие комплексы и тайны.
которые бы они не хотели выставлять на показ. Молокососы – сериал 2007 года. Они – подростки, дети современной Британии, со своими проблемами и радостями жизни, переходный возраст, формирование личности, проявление характера, секс, наркотики, вечеринки и вызов всему сознательному миру. Они не признают правила, мораль и принципы обычной жизни. Они хотят быть независимыми и делать только то, что хочется им самим. Им плевать на порядок и общественные устои. Они – новое поколение. Пишите в комментариях, какие фильмы, по вашему мнению, стоит добавить, и другие замечания и предложения. Спасибо за внимание. До скорых встреч!